тебя зовут? Максим. Максим, ты готов к труду и обороне? Да. Хоть еще и малыши, но уже готовы к труду и обороне. Щелковцы приобщаются к спортивному образу жизни с юных лет. Вот и в единый день ГТО в универсальном спорткомплексе Подмосковья сдать нормативы на первую ступень решили более 150 ребят. Спорт должен занимать в вашей жизни не самое последнее место, а для некоторых может быть и самое главное место. Итак, вначале мальчишки и девчонки, а также их родители приступают к разминке. Потянулись, разогрели мышцы, вот теперь можно приступать к заданиям. Многие щелковцы пришли сдать нормы ГТО целыми семьями. Самые активные спортивные сегодня, у них в программе 6 дисциплин. Бег, прыжки, отжимания, подъем туловища, наклон, а также метание мяча. Весьма серьезная программа. Но ребята справляются с задачей. Отличное настроение создает и анимационная программа. Вот так провести время весело и с пользой решили более 250 жителей нашего городского округа. Близняшки, сын, супруга и я, все пятером решили сдавать нормы. Привет. Да, вместе, да, все? Все. Еще старшие где-то бегают. Справится вам спортом заниматься? Да. Мы с мамой, папой и моим братом, и еще одним братом тут соревновались. Вообще нравится тебе спортом заниматься? Да. Почему? Ну, потому что можно получить грамоту и быть здоровым. С каждым годом к сдаче комплекса присоединяется все больше и больше щелковцев, маленьких и взрослых. У нас зарегистрировано на сайте gto.ru более 20% жителей городского округа. В прошлом году был совершен довольно-таки большой прорыв по вот этому показателю. Начать же сдачу нормативов можно уже 6 лет. И даже нужно. Важно, чтобы подрастающее поколение приобщалось к занятиям спортом как можно раньше. Анна Балиец, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».